Карабах – Азербайджан. Карабах – это Азербайджан. Ереван должен позитивно ответить на мирные инициативы со стороны Баку. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, отвечая на вопросы азербайджанских журналистов в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Мы неизменно призываем и стимулируем Армению реагировать на эти благие намерения. Мы видим, что на власти Армении давят радикалы внутри страны и диаспоры из-за рубежа. Мы уже говорили не только Блинкину, но и другим нашим собеседникам, что Армению следует больше поощрять в этом направлении. На нашей вчерашней встрече с госсекретарем США мы еще раз напомнили, что Турция и Азербайджан хотят мира и проявляют добрую волю во имя обеспечения стабильности в регионе, сказал Чавушоглу. По его словам, после победы в 44-дневной войне Азербайджан четко продемонстрировал свое стремление к миру в регионе. Чавушоглу напомнил, что азербайджанской стороной Армении было предложено заключить всеобъемлющее мирное соглашение. Дипломат отметил, что Азербайджан также поддерживает переговоры между Турцией и Арменией по нормализации отношений Анкары и Еревана. Подпишитесь на наш канал Budra News и будьте в курсе всех событий.